Новый год подбирается к нам все ближе, а это значит, что совсем скоро наступит время праздника, подарков и чуда. Александр не понаслышке знает, что такое зимнее волшебство, ведь он перевоплощается в Деда Мороза каждый год. На протяжении 15 лет за все время он полностью вжился в роль и детально изучил традиционный образ сказочного персонажа. Если вы хотите передать настоящий образ Деда Мороза, то, наверное, нет. Невозможно, не общаясь ни с актерами, которые уже давно в этой роли играют, да, не смотря ни картинки, не читая методику. Я считаю, что если вы хотите действительно быть лучшим любителем, волшебником, да, то вы должны перенимать опыт как минимум. Он и сам искренне верит в эту магию сказки, несмотря на то, что уже давно не ребенок. Да, я вот все мечтаю, что ко мне придет настоящий Дед Мороз и подарит подарки. Именно 31 декабря или там с 31 на 1 и подарит мне, ну, пусть какую-то мелочь, но это будет вот те эмоции, которые, наверное, я до сих пор жду. За время работы волшебным персонажем с Александром случалось много интересных ситуаций и курьезов, которые со временем стали приятными воспоминаниями. И тут я поворачиваюсь и, ну, здравствуй, Машенька. И она просто теряет дар речи, присаживается, подпрыгивает, пищит, визжит. У нее такая эмоция, что она поверила, на самом деле поверила в Деда Мороза. Дед Мороз – персонаж мифический или реальный? Кто-то к нему относится скептически, а кто-то верит и ждет. Несмотря на то, что в Крыму всегда теплая погода, Новый год для жителей полуострова обязательно наступит. И прямо сейчас я предлагаю тебе стать корреспондентом телеканала «Крым-24» и узнать у наших жителей, готовы ли они к встрече Нового года и вели себя они хорошо или нет. Ну, самое главное, олени припаркованы, поэтому мы можем узнавать, какое настроение у жителей Симферополя и Крыма. А вы ждете Новый год? Ой, очень жду, очень жду. А чего хотите на Новый год получить? Хочу поездку. Швеция, Дания, Норвегия. А подарки уже загадали, какие хотите получить? Подарки какие будут, такие будут. Все подаркам рады. А у тебя есть санки? Конечно, есть. Ты даже на небе можешь ходить. У тебя же есть, знаешь, что? Что? Кони. И кони есть. Олени. Да, олени есть. Да. Самое главное, да? Правильно оленей парковать. Да? А я твоим оленям дам морковку. Начинать классическое письмо Деду Морозу стоит с приветствия, поздравлений. Можно поинтересоваться здоровьем адресата и перечислить, какие поступки совершил в прошедшем году. И только после этого приступать к просьбе. Кстати, адрес главного российского зимнего кудесника простой. 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, дом Деда Мороза. Если искренне верить в чудо, то чудо обязательно случится. Александр Кононов, Алим Велиев, «Утро нового дня».